отдельный дворец, ярмарка с горгульями. Там драконы. Типа замка сделана. Но самое прикольное здесь, это, конечно же, карусель. Наверное, она и недорогая. В плане того, чтобы покататься. А заходить нужно через вот эту вот башню. Рыцари с кованой мебелью, можно где-то посидеть. Ну, и аттракцион работает бесплатно. Так что в любой момент можно прийти с ребенком поиграть. Большой дракон. А у вас турнир вообще до какого числа? Ребенка, да, ну если привезти там. Мероприятие. Ну, мероприятие, да. До 31 числа приводите. Понятно, спасибо. Мы в том году работаем в час до пяти. Спасибо. В принципе, и все, что хотелось бы сказать. Отдыхать с ребенком здесь нормально. Рядом есть Ашан, куда можно заглянуть. Так что, в принципе, welcome. Всех просим. Пока-пока. Ну и, судя по всему, здесь есть еще с хорошей подсветкой небольшой бесплатный каток с искусственным льдом, естественно. Вот такой вот веселый праздник от московских сезонов.